И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем с подписчиками Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Пацаны, делайте что-то, что хотите, чтобы было намного интереснее и весело. Надеюсь, подписчикам понравится, и они поставят лайкосик. Ну что, ты готов, антикотик? Так. Готов. Так, у нас играет Лимекс и Чумной Пока Доктор. Можете там готовиться. Так, готовимся. Давайте, знаете, что сделаем? Подожди. А давайте мы им сделаем очень хорошие вещи. Например, ну, ядерную бомбу еще рано взрывать. Хорошо, давайте возьмем. Сразу, знаете, у меня такие очень активные действия. Давайте поставим. А может надо? Не-не, пацаны, я пошутил насчет ядерной бомбы. Значит, может залагать из-за нее. Не, я не буду взрывать сейчас. О, я не буду ее взрывать. Так, настроение у нас, как всегда, классное. Так, давайте проверим, кнопки работают. А зачем вы поставили вопрос вот эти? Бомбы. А кто? Вы. А мы чтобы видели, как вы ходите. Ну что, люди, начинаем. Ну что, давай. Заходи, антикотик, заходи, закрываем калитку. А, они уже идут. Калитка, закрывайся. А что дверь не работает? Они нажали кнопку там, что ли? Нет. Вы чё? Вы нажали кнопку? Не работает. Работает. Блин, одновременно дверь закрыла и убила аниматроник. Хорошо. Я буду мстить за себя. В следующей жизни. Хорошо. Надо быть внимательнее, пацаны. А как вы так убили? Вы чё, невидимые, что ли, ходите? А что за лампочки там? Д. Эй, уходи отсюда. Ты чё тут делаешь у меня дома? Так, все хорошо. Кто-то умеет делать бабушки на калитке? Антикотик, ты умеешь делать? Человек в гипнозе. Смотрим, а смотрим. Я иду и иду на работу. Вот ты в пиццерию! Детишек удивлять, Димаса убивать, подписчика Открывайте пугать. Двери, я пришел за. А, у нас вами. Кончились эти сапоги резиновые. Заходите завтра. Все, видео жара окончено. Все, в следующем году встретимся. Так, 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 они взяли какого-то мощного аниматроника, у меня аж подвисло чуть-чуть. Так, кто там? О, я тебя знаю, ты Скрабэйби, у тебя очень красивые зубы. А что у тебя в животе там светится? Ты, короче, родственник Железного Человека. У тебя там какой-то генератор вечный. Эй, ой, она еще стоит. Она что ли бомбу уже разминировала? Иду за вами. Да. Куда ты там идешь за нами? Неожиданности. Короче, у нас сегодня ребята собрались певцы, которые могут петь лучше, чем даже я. О, привет. Я тебя знаю, ты конченый. Может, назад. Кто а можно к вам? Эй! Эй, блин, я вынажил, пацаны, не хотел читерить, но получилось так. Да я хотел... Да я, блин, это обстоятельство, я хотел просто нажать другую кнопку. Я хотел прыгнуть, короче, и пробел нажать, а получилось полетел. Очень здорово. А ты чё это меня спёр? Сейчас пропущу вас, мистер. А где они там ходят? Так, надо мне, короче, возвращаться на свою базу потихоньку. Короче, я немножко Ого. Спрятался. Тут замуровали все. А, ну давай, ломайте эти. Ого, вот это я каратист. О, к нам заходит подписчик какой-то. Ребята, если вы хотите со мной позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании и прикрепленных комментариях. У нас очень весело, очень много людей. Да? Чи да? Или чи нет? А где все вы? Я не все вы. Я, короче, пацаны, моя миссия добраться до моего рабочего стола, чтобы вы меня не убили. Надеюсь, у меня получится. Так, 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 Ух никого. Ты. Там они идут. Ах ты, блин, да как ты так далеко убил? Нифига себе, я дернулся. Я был близко. Да я понимаю, что близко. А я был далеко. Ну а ты чё? Вы чё, друг друга мочите, что ли? Friendly fire, friendly fire. Нет, просто. Так, 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 веселимся, да? Хорошо. Просто он слишком толстый для одного прохода. И получается, ты должен его убить, чтобы пройти. Гениально. Да. Вот это кентуха. А по сюжету есть такое, что аниматроники друг друга убивают? Если было бы, то был прикольно. Ну, в нашем сюжете такое есть, ребята. Аниматроник убил аниматроника. А из-за чего убил-то?
А, из-за того, что у тебя жирная задница, я вспомнил. Димас, ты где это? Я убежал. Я тебя вижу. Где ты меня видишь? А, ой, да, привет. Так кто там гвозди забивает? У тебя с кишков что-то вылезло. Так его звук как будто молотком бьют. Да смотри, какой громкий. Ты чё там ходишь у меня дома? Дверь мне запилил? Дверь мне запилил! Уходите отсюда, тут все кончилось. Где? На тебе! Ну, отвали! Я не могу через двери убить тебя, что такое? Здорово. Здорово. А чё, задница не пролазит в дверь, да? Щелочка маленькая. Знаете, что основной компонент для нашей калитки? Ну давай, заумничай. Это, скорее всего, будет у нас... Это будет у нас? Так, я никого не убиваю. Марионетка, я тебя вижу. Как? А я фонариком, когда свечу, я вижу твою тень на стене. Да ё-моё. А когда без фонарика, не вижу, не знаю где ты. Короче, ну, смотри, у нас тут дверь. У нас дверь с отравляющим эффектом. Это, короче, вонище убьет тебя. Мажорная. О, нормальное вонище поднимаем, ну тут. Hello. Подожди, а как его назад сделать? Ой, он в нашем кабинете. Кто этот пердун? Ой. Не обращай внимания, он ничего нам сделать не может. Он не такой, как раньше. Да как его назад при... А, вот так вот? Да. Все, я понял. Ладно, ничего не понял, но очень интересно. Ты что тут ходишь, сын? Ой. Ты что такой жесткий? Так, где ты там ходишь? Чекаем, где-то тут ходит. Слышишь? Ой, он у двери. Чё ты ходишь? Ну, уже воняет сильно так. Ну, нормально. Давай выключим вонище. Вонище отключено успешно. Так, сфоткай дым. Да. Мы будем его как привидение вспышками искать. Может, где-то увидим его? Нету. Тут нету. Вентиляции нету. Ты голова! Я его, кстати, краешком глаза увидел, но уже поздно было. Он сзади нас, короче, пришел, красавчик. Где это челепиздрик ходит? Он на улице. На улице, да? Че ты гонишь, меня там нет. А где ты? А не скажу. Я на вентиляции. Он не может меня достать. Так, я иду. Я иду спасать тебе жизнь. Где он? Вот он, вот он! На тебе! Чё? Его что, не убило, что ли? А ты что, живой остался? Ой, как больно. А чё не умирает? У меня сегодня чипот снял. А ты нас убиваешь. Я понимаю, что нас убивают. Я хочу его убить. Как убить него? Тогда я пойду его убивать. Надо его выследить и замочить. Ты чё такой живучий оказался? Ой. Туши. Я вообще буду его тушить сейчас. Есть! Блин, я убил своего! Да что за говнище? Это реально смешно. Чумной доктор, давай, мочи его! Давай! Так, где он лазит? Я его не вижу, он где-то вонючими ногами шуршит. Да как? Я его убил. Наконец-то! Ну и что ты теперь нам скажешь? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Если ты сейчас...